have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами продолжаем находиться в пирамиде, в ритуальной гробнице. Я немножечко сходил назад, и, ну, то, что вы уже заметили, та загадка мне никак не давала покоя. Единственное, почему я не додумался раньше положить вещь, чтобы она потом провалилась, когда открывается люк, на том месте появляются порталы. Мне казалось, что вещь не провалится под люк, а ее выкинет через портал. Но это сработало, как сработало, ладно. Вторая загадка, честно, я ее не сам решил, мне немножечко подсказали. То есть у меня были немножко сомнения, там когда открывалась решетка, были слышны звуки стенки, и я думал, что что-то где-то открылось, но это наоборот, когда открывается решетка, закрывается стенка, и наоборот. То есть нужно проскочить в тот момент, пока решетка закроется за тобой, тогда стенка откроется, находится тайный проход, и мы с вами получаем... Где они? Вот, зеркальные поножи. Я их не одел, но забрал, потому что зеркальные рукавички нам уже один раз пригодились для того, чтобы секреточку открыть. И у нас есть зеркальные доспехи, зеркальные сапожки. И я думаю, ну, чё бы нет, пусть будут. Кстати, я немножко избавился. Всё-таки пришлось выкинуть легкий доспех, который мне было, хотел донести его, скинуть в этом. Но я его выкинул здесь. Ну что, скорее всего, он мне уже нигде не понадобится. Я надеюсь, блин, что он не понадобится. Потому что я не помню, где его выкинул. И еще кое-что. Я такой на радостях выбегаю отсюда, думаю, пойду проверю загадки. И такой... Чпоньк! И свет погас. Немножечко побегал, посмотрел, что тут творится, что тут делается. И оказывается, что... Видите? Нужно в правильном порядке погасить свет. Я не знаю, что будет дальше. На четвертую я ни разу еще не наступал. Поэтому давайте вооружимся. Я не знаю, что произойдет. Что-то где-то открылось.
это не страшно. Если тут только мумиё, это не страшно. Но мумия тут очень много, кстати. Секрет. Мумия очень много, но оно все очень бесполезное. Мне показалось, там еще кто-то лазит. Ха! XX запад X4 XX вход на кладбище. Где-то у нас еще вот три шага X и на юг X. А, так, ребят, где оно? Нет. Я думаю, что то, что я выкопаю вот здесь, XX запад, вход на кладбище. Вход на кладбище. Значит, это... на Ливневом островке. Координаты того, что мне надо, находятся на Ливневом островке. Надо подумать над этой загадкой. Я так понимаю, что потом вот это, то, что я там выкопаю, нужно принести вот сюда, вот, и будет что-то хорошее. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Тут ничего. Так, ты у нас мимик, не мимик? Заперто. Сейчас узнаем. Обычно... Будто что-то ноги там вытирают. Бывает... Спасибо. Бывает такое, что мимики нападают, еще когда ты их просто трогаешь, не тратя ключ. Поэтому не ленитесь проверять. Мечок. Ятаган. Легкая. 15.46. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это лучшее, что у меня есть. Шквал. Особая атака. Легкое оружие 4. Я же могу... так, у меня тут кровопийца. Особая атака. А ты у нас... Шквал. Такая же особая... особая легкая атака. 15.46. Плюс 5 точности. Какая вкусняшка. Тут точность плюс 10. А здесь ничего нет. Плюс... Ну, то есть 12.36... да, я поменяю вот этот, сделаем вот так этот на основную руку, 35-101, свет зажжем. Сабля, конечно, хорошая, но вот этот вот ятаган, он просто офигезный. Я рад, что я его нашел. А! Собственно, вот кто у нас шаркал. Фигни, ты мне руку-то ломаешь. Так, для тебя это слишком тяжелое, а тебя повредили. Давайте это... А, тебе, для тебя тут тоже слишком тяжелое. Для тебя... Ну, тогда я его здесь оставлю. Нам немножко экспы выпустили здесь... Есть еще змеи, не? Признавайтесь сразу. Я пойду полечусь. Отлично. Этот секрет просто очень крутой. И вот его я нашел абсолютно случайно, просто когда выбегал обратно. Эта лампочка потухла, и вот этот щелчок. Я такой, чего? Так, хорошо, саркофаг на верхнем уровне. И меня оттуда, погодите, меня оттуда выгнали. Я хотел посмотреть. Там была...
была картинка на стене. Я хочу ее рассмотреть. Четверо поклоняются какому-то пророку. Круто. Очень все это прикольно. Короче, вот еще три секрета, которые мы вытащили из пирамиды, которые... очень интересные. Насчет сапог, ну, допустим, это кому в коллекцию. Насчет ятагана, это тупо лучшее одноручное оружие, которое у нас есть. И насчет клада... Так, это сразу зарядить надо, наверное. Просто там дверь есть, видите? Я думаю, что мне понадобится этот... А, я не могу его зарядить и оставить. Хорошо. Я вас понял. Давайте сохранимся. Секундочку, я тут спускался, да? Нет. Поехали. Во все ямы... Всегда нужно спускаться. Это вам... Тут вам не здесь. Тут столько секретов, что просто ошибанешься все это искать. Поэтому во все ямы обязательно спускаемся. Тебя это перегрузит, поэтому съешь. А, тут у нас это... Тетка неадекватная. Отравлен? Да ладно тебе. Фиг ли он отравлен-то? Так, змеюка, давай-ка ты отсюда умрешь. Есть такое выражение. Умри отсюда. Я думаю, это про тебя. А... Так, еще один хвост. Я его съем. Сюрикен заберу, потому что они у нас хорошо используются как прокладочный материал. Что-то тут огромное такое помещение для подвала. Штаны. Большая манна. Круто. Да, ребят, кстати, что я еще выяснил? Я немножечко покопался. Смотрите, сейчас пока у нас бычара лечится, я вам быстренько покажу. Насчет вот этой штуки. У нас есть это хилка, это манна. Я почитал немножечко рецепты. Значит, у нас есть черный мох и в комбинации с черным мхом, например, вот так получится электрическая бомба. Вот так получится ядовитая. Вот так получится морозный, и вот так получится огненный. При том, что у меня алхимия развита на 5, бомб будет сразу 3. То есть, в принципе, бомб я могу себе наклепать немеренно. Теперь. Там кто-то есть? Нет. Ладно. Насчет вот этой штуки. Совмещая с разными... другими травками, я могу получать себе зельки, которые навсегда мне будут повышать какой-то один стат. Силу, выносливость, там, ловкость, живучесть. Я могу этим накастовать довольно много. По-моему, вот эти кристальный цветок, он не размножается. Поэтому количество зелек из кристального цветка... Ну, насколько я помню, про что он не размножается. Поэтому количество их ограничено. Черный мох размножается. Поэтому из него можно потихонечку крафтить бомбы. У меня пока просто нет в этом нужды, так же, как и крафтить другие зельки. У нас там есть и отравление, и ускорение. Ну, в смысле, не отравление, а... Нет. Тварь, я только вылечился, не трогай меня. Есть и противоядие, и все, что хочешь. Так вот, есть очень интересная зелька. Очень интересная зелька, которая превращает героя в медведя. На минуточку. Смысл этого мне не до конца, наверное, понятен, что ли, потому что зачем мне становиться медведем? Но у меня есть подозрение, что как только мы становимся медведем, это полностью
28 кило. Ладно, съешь. Это полностью излечивает нашего персонажа. Опять же, я это попробовал, когда у меня было полные жизни. А я это видел. Вот, но надо будет как-нибудь поэкспериментировать. Вот как я сюда попадаю. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать именно... когда у нас будет недостаток жизни, я как-нибудь, наверное... Зачем это сделал? Как-нибудь склепаю эту зельку, просто чтобы она у нас была. На всякий случай. Я портал какой-то открыл. А, меня просто обратно портануло, да? Хорошо. Все, туда спустились, сохраняемся. Пирамида как никогда просто пропитана... Повезло. Открыл. А что там? Я ж туда пройти-то не могу, да? А, там кнопка. Хорошо. Теперь мне нужно, по идее, туда. Нет! Ну, ничего не сломал, и то хорошо. В таких падениях. Да ёп, РСТ! Нет, нет, нет! Фух. Я почему-то думаю, что это второе, а это третье. Я не туда пошел. Я почему-то думаю, что это второе, а это третье. Раз. 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 Два. Три. Все. Забираем. А, тебя даже не перегрузило. Хорошо. Сюрикенчик тоже можно подобрать. Там решетка, конечно, закроется. Но я все равно через нее уже... Нет, я могу, конечно, через нее выйти. Я думаю, что я выйду через тут. Погодите. Что-то стрёмно. Так, травку я заберу. Прежде чем что-то дергать, одумайтесь. Стрела-то луковая явно, да? Да, нормально. Так, бомбы чего? Молнибомбы. Молнибомбы у нас вот сюда тебя сразу же перегружает. Круто. Мы приехали. Щит. Лопата, веревка второй руки. Черт, ну... Я даже не знаю, что бросать-то. У меня вот эти вот оружия элементальные. Но с другой стороны, они мне... Может быть, уже не понадобятся. Я просто сейчас немножко в панике от того, что мне понадобится, что мне не понадобится. У меня дофигища хвостов вот этих вот кабриных. Кабриные хвосты. 68... 70. Ой, тебя это не перегружает. Спасибо, дружище. Тогда один кабрахвост потащишь. Так, секреточки, секреточки. Здравствуйте, секреточки. Стены. Угу. Нет. Короче, да, ребят, количество секреток в пирамиде на метр квадратный тут просто зашкаливает. Я еще, кстати, полистал заклинание у мага. Я потом загрузился, поэтому давайте заново посмотрим. У нас есть силовое поле. Это мы пробовали. Невидимость есть. Неплохо, кстати. Ядовитого щита я не могу сделать. Огонь, яд. Магии земли не хватает. Вот, свиток щит у меня есть. Обычный щит. А это на меня одного, да? Да. Вот, ну-ка, вот этот. Огненный шар, это я знаю. Шоковый щит. Это интересно, это выложим, это я буду, может, пользоваться. Темноту накладывать, это я знаю. Вот, огненный щит. Это вот
Так. А, я им уже пользовался. Хорошо. И метеоритный дождь тоже суперский. И ты у нас ледяной щит. Ладно. Откуда? Они просто путешествуют, что ли? Раз. Два. Руку сломал. Вот же тварь. Блин, а кристалла тут у меня нигде нету, да? Ладно, выпьем. Не люблю так делать, но выпьем. Метеоритные поножи. Кстати. Держи, дружище. У нас эти просто металлические поножи стальные. Они и здесь одеты. И судя по тому, что я не нашел зеркальный доспех. Ну, в смысле, метеоритный доспех. А здесь я не нашел эти кристальные штаны. Тут у меня не хватает одной вещи из сета. И тут у меня не хватает одной вещи из сета. И я даже не знаю, вот... Тот островочек в кристальных шахтах, там могло быть или то, или другое. Осень, осень печально. То, что я тогда не смог найти, как туда попасть. О, а ты кто? Бронзовый браслет. Шанс крит урона 3. Сила 1, скорость пополнения здоровья. Нет, 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 ребят, это мы... коллекцию Капитал Шоу Поле Чудес. Тут у нас браслеты, амулеты, медальоны, куча всего. Кнопочек больше нигде, никаких не наблюдается. А почему тут тогда закрыто? Еще какое-то странное закрытое помещение. Ну ладно. Сохраняемся. Уча змей. Погодите. Что-то мне это как-то все вот прям. Четыре. Четыре. Три. Три. Ну, по идее, должно хватить, наверное. Я, правда, не знаю, для чего. Ну, просто смотрите, большое открытое помещение. Кнопочка. Не, кнопочка. Вот, значит, вот эти кристальные цветочки, они, получается, очень важны. А, собственно, это куда ключики тыкать, я понял. Значит, без ключиков оно не вылезет. Ладно. Тогда спокойно осматриваемся. Еще одна кнопка. Игра нам как бы намекает. Вот тебе ядра. Вот тебе бомбы. Вот тебе перевес. Полкило. 0,8 за штуку. Килограмм хлебушка. Хлебушка нас восстанавливает. Они все сытые. А, давай хлебушек сюда отдадим. А тебе все равно не хватает, да? Шляпу бальзамировщика выложим. Ядра я тоже уже, получается, не беру. Но то, что дай... Типа, чувак отправил змей на синих чуваков. А тут другие чуваки, которые что-то строят. А, это он типа главный? Он назначил четверых синих. Своими этими, а простые, угу, все, ну более-менее понял. Предательство. Такие камушек дают, на, чувак, тебе понадобится, положи его тут. Вот эту штучку я тоже заберу.
Хорошо, раз так настаивают, давайте... Нет, крео... Кому я дам криобомбу? Тебя это сразу перевесит нафиг. Хочу ли я пользоваться криобомбой? Ну, давайте, я ему поставлю. Типа, да, он у нас и урон вносит. И чтец, и писец, и на дуде, и грец. Травка. Корабль приплыл к горе. Люди начали поклоняться человеку, который здесь... Что это? Плащ охотника? Оу, уклонение 4, ловкость 1, живучесть 1. Такой же, как у тебя, кстати, да? У тебя живучесть 2 и стойкость к холоду. Живучесть 2 и стойкость к холоду. Но тебя невозможно заморозить, да? И поэтому, возможно, тебе стойкость к холоду не нужно. Уклонение 4. Живучесть 2. Живучесть 1, но 1 ловкости и 4 уклонения. Давайте пока что вот так вот поменяем. Не знаю, насколько это правильное решение. Время покажет. Че у тебя вообще по уклонению творится? Точность, урон, точность, сила. А, погоди, уклонение 20. Уклонение 3. Уклонение 18, уклонение минус 2. У тебя получается сейчас самое высокое уклонение с плюс 4 и плюс 1 ловкости. Ловкость, я думаю, что тоже дает... Ну, он типа на стрельбу, да, влияет, но на стрелке у нас есть уже такая штука. А, табличка. Прибытие. Прибытие, предательство. Понял. Пар-па-пум. 4 барельефа у нас будут. Выходит. Тут пули. Свиток. Путь тьмы? Это как это? Стоп. Подарок. Нума воина, это я выложу, мы сделали. Хамона торгаша тоже выложу, мы это сделали. Для хранения останков понадобилось 6 сосудов. Да, это там, где нужно было перчатки положить, это я тоже выкину. А что за путь тьмы? Стрелять тьмой. Это интересно, тут ничего не было, кстати, написано. Нет. Так, камушек. Чё оно так открылось? Открыли бы уже сразу тут, ну, блин. Тут-то я уже все зачистил. Нам предлагают амулет шестерня. Здоровье и энергия по плюс 15. Здоровье и энергия. Тут 25 экспы. Кстати, знаете, я думаю, что это очень будет... Кстати, да, 25 экспы, это, конечно, круто. Плюс 15. А, ну плюс 15, что-то мне показалось, плюс 25. Во-первых, энергия никогда не помешает. Во-вторых, если он станет чуть-чуть здоровее при этом, у него здоровье вообще капельку. Я, наверное, все-таки заменю, а ты пойдешь вот сюда. Но тебе это не хватает, да? То есть тебе все равно нужно от чего-то избавиться. Так, погоди. Давай тогда свиток огненный шар. Избавляемся. Шаровая молния оставлю. Выключить свет выкину. Метеоритный дождь оставлю.
Огненной щит, круговой щит. Это я все поставлю, потому что я в них запутаюсь нафиг. Силовое поле оставлю. Это невидимость оставлю. Минуточку, давайте самые базовые заклинания. Во-первых, молния. Нафиг. А во-вторых, ледяные шипы. Нет, это не надо. Огненное пламя, это я знаю. Облако яда, это я знаю. Ядовитая стрела оставим. Ну что ж, наверное, примерно вот так. Еще, сейчас еще которая недействительная. В общем, ладно, потом надо будет рассортировать еще. И зелька. Мы, кстати, можем также зельку некромантии мутить. Там все написано как. Так что, если вдруг нам понадобится... У нас сколько осталось? Сейчас. Две зельки некромантии осталось. Кстати, может быть, вытащу. И даже разделю их, если что. Зелье защиты... Тоже вот так вот сделаем. Но раз меня так серьезно готовят просто к файту, и комната огромная, то, наверное, стоит подготовиться, что ли. Морда выглядит очень злой. Сохранились. Поехали. А что сейчас будет? Минуточку. Свиток тьмы. Снизу. Вот так, хорошо, все понял. Не тот ключ. Я понял, я пошел отсюда. Они хорошо горят. Эй. Не, ну мумии это просто куча опыта, хорошо. Мне, в принципе, подходит. Я уж не знаю, что там будет дальше. Но пока что этот файт не выглядит тяжелым. Они мне наносят по одному урона. Ждем. Я просто хотел мага восстановить, так что давайте сохраняемся. И идем вперед. Я пока фаербол заряжу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это просто какой-то звездец. Вы это видели? Тут мумия на 100 лет вперед. Ну подходите. Не, я вас всех все равно убью. Мне не проблема. О, тут идут. Схавайте. Ну, типа, они топают.
Но по звуку не всегда можно определить это. Я думаю, через портал просто прошли самые настойчивые. Смотрите, сколько их тут. Смотрите, какая фигня там шагает! Ага, она по мне стреляет. Двигаться же оно может только по-ровному, я надеюсь. Ну, то есть, наискосок ничего прилетать не будет. Мне надо отсюда выбираться. Просто валим. Просто как дела? Их два? Или оно просто так телепортнулось? Минуточку, мумии здесь бесконечные или где? Я понял. Мне нужно гораздо больше зелек манны. Просто уйди от меня. Просто. Не подходи ко мне. Я потом его почитаю. Я все понимаю, я все вижу. Блин, надо будет стрелять. Просто я боюсь, что я потом стрелы поразбросаю и не найду. Но вот этих одиночек их надо убивать с помощью стрел в том числе. Оно там ходит, но меня пока что не видит. Интересно, насколько мне дадут тут отдыхать. Мне не хватает энергии, отлично. Я пошел. Не-не-не-не-не, ребят. Мне нужен ответ на простой вопрос. Мумии восстанавливаются или нет? Они здесь... Какое количество-то? Я их смогу всех переубивать, потом спокойно заняться этим чуваком или нет? Кажется, что они заканчиваются. Как бы по жизням они мне никакого урона не наносят. О, привет. То есть вот так я могу их валить пачками, даже без мага. Блин. Это ко мне очередь такая выстроилась? Я хочу забрать эту стрелу. Да, это очередь ко мне. Так, это этот одиночка мне тут нафиг не сдался. Я пошел. Вот эти фаллические фигурки, это тоже намекает немножечко на нашу бедную судьбу здесь. Тут есть место, кстати, куда заныкаться. Да ударь ты его. К
Кстати, то, что за них по 90 экспы дают, это вообще не проблема, потому что их тут очень много, этих ребят. Стрелу надо будет не забыть потом забрать. Я понимаю, что я сейчас не должен думать про такую мелочь, как просто забрать стрелу, но почему-то меня это волнует. Я не буду на них сейчас магию тратить. Мне магия понадобится по вот этому чуваку бить. Что-то мне подсказывает, что это даже не финальный босс. Потому что у нас еще остались нереализованные джемы и вообще. Интересно, чем его вообще бить-то? На что он обрадуется? Ты молодец, просто взял и промахнулся. Подходите, ребят, подходите. Не, вроде ему мумия становится меньше, мне кажется. То есть их можно потихонечку повыкашивать и... Фух. Подсказка? Путь восхождения ведет через пятый храм. Я тебя понял. Я хочу его видеть, когда он там выйдет. Оно уже идет сюда. Их два все-таки, я не ошибся. Надеюсь, они не размножаются. Это было бы просто слишком. Я тут беспокоился, чтобы мумия не размножалась, а тут приходится беспокоиться, чтобы огромные каменные големы не размножались, да? Убей его, вот так. Все, я стрелу забрал. Все хорошо. Реально, мне казалось, что оно было одно. Блин, они не подходят. Здравствуй, уровень. Валим. Это была моя экспа, чувак. Не в тебя! Ему ноль урона. Ему от огня ноль урона. Так, стоп, 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 ребят, стоп, стоп. Это вот вообще сейчас... Тебя еще тут не хватало. Вы это слышите, да? Хорошо. Чем мне их бить? Я пошел в другую сторону. Блин, их тут ходит просто немерено. Чем меня зажало-то, чтоб тебя? Ладно, 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 успокаиваемся. О, тут есть синий кристалл. Это в корне все меняет. Второй уровень пришел. Блин, чувака перегрузило.
Я подлечусь. Мне это ничего не стоит. Они подходят просто оп-хоп-хоп. Обменялись, но в мою пользу обменялись. Хорошо. Интересно, я могу его здесь убить или нет? Вот прям убить. По-моему, может получится. Фух, да. Мумий становится явно меньше, меня это все-таки радует. Может получится всех их перекалечить. Догнал. Так, ладно, все-таки синий кристалл у нас существует. Это моментально просто облегчает нам задачу. Тварь. Может, ты сами сгоришь, а? Да, все, он исчез. Валим! 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 Я очень неуютно себя чувствую, когда эти штуки у меня за спиной. Этот файт просто бесконечный какой-то. А, я хочу попробовать, убивает ли их это. Да! 14! 14. А... Стоит ли мне вообще пробовать обычный урон или нет? Я просто пока что свалю отсюда. Потому что мне показалось, что второй заходит мне за спину. Ой, тут есть портал? А куда? Погодите. Иш. Я могу просто сбежать отсюда? Неплохо минусанул. Так. Да, огонь им не наносит вообще никакого урона. Заморозка. Лед наносит. Их можно убить. Просто не огнем. Потому что они сами огненные. Хорошо, у меня для вас есть тогда такое супер предложение. Мне нужен маг для всего этого. Чтобы магом пользоваться, минуточку, где у меня там были? Нет, ледяные шипы. Магия земли 2. Блин, а у меня не будет второго уровня на магии земли, да? Я смогу только первый. У меня не получилось, да, сейчас? Получилось! Нормально! Нормально! Я не знаю, что я прочитал не так. Но это работает. Чувак, просто... Да просто сдохни, отстань от меня. Я, получается, могу их фигарить практически бесконечно, потому что у меня есть кристалл, и у меня есть место, куда я могу пойти отдохнуть, поспать, что еще более важно. Да и зомби заканчивается все-таки, как ни крути. Они там что-то буянят прямо не по-детски.
неплохо, они прям лопаются, как переспелые арбузы. Я сначала не хотел тратить магию на этом, на маге нашем, а теперь я думаю, раз у меня есть где подзарядиться и что теперь делать, я могу запросто это все организовать. Пол 41. Он неплохо вокруг себя. Нужно этот огненный щит врубить. Как он врубается? Вот так. Да. Теперь нужно пойти подзарядиться. И все хорошо. Если чуваки бьют меня огнем, я могу им вливать любой другой дэмэдж, кроме огненного. То почему бы этим не воспользоваться? Интересно, сколько времени у меня огненный щит? Хотя, наверное, танковать их это не самая хорошая идея. У них жизни может быть просто чудовищное количество. Ой, ты проголодалась? Как вовремя. Где у нас коброхвост? Да, возможно, танковать этих ребят не самая здравая идея. Они мне мумии пожгут! Минус один. Есть. Они не такие уж и бессмертные. Круто. Я заберу, спасибо. А, ты их мне немножечко подготовил до нужной кондиции, да? А я их добил. Промазал, дурила. Не, ну так они плюшевые. Я, честно говоря, ожидал большего. Мага могут убить. Я, наверное, его подлечу что-то. А, он еще и голодный. О-о-о. Коброхвосты, ваше время пришло. Ладно, пофиг, тебя немножко подлечу. Блин, кристалл восстановился, спасибо. Я как раз так и думаю, ну надо же подлечить. Ууу. Yeah, baby. Итак, метеоритный доспех. Все-таки он здесь есть, все-таки... Я двигаться-то могу, я не перегружен. Золотой ключик. Я собрал метеоритный сет. Да. Да, это случилось. Уровни я всем пораздаю. Погодите, мне нужно немножечко отойти после такого файта. Но знаете, в чем прикол? Сейчас. Кстати, да, я полностью не пользовался своим стрелком, потому что я опасался, как я потом буду собирать свои стрелы по такому открытому пространству. Сколько времени вообще прошло? Офигеть. Минутку, ребят. Получается, у нас прям серия арены сегодня, да? Даже на улице вечереет. Давайте немножечко подожжем магического света. Да, изначально все это выглядело в разы страшнее. Вопрос в другом. Отстань. Где мне взять четвертый камень, если я не ошибаюсь? У меня их только три. Да.
Видите? У меня их только три. Ты слышал поговорку, что один в поле не воин? Видимо, нет. Ой, я слышу еще кого-то. Ребят, шипа пришла. И знаете, еще самая большая ошибка, которую я сделал, и которую я только сейчас осознал. Очень печально, да? Что мне нужно было оставить амулет с экспой для мага на эту месилову. И только потом его поменять. Но почему-то я только сейчас об этом подумал. Хорошо, 13.39. 12.37. Он лучше, кстати, чем этот. Его, период ожидания требуется легкое оружие. Без особой атаки, кстати. Змеиный клинок. Я его поставлю вместо кладбищенского, потому что он чуточку лучше. Я спецатакой кладбищенского просто не пользовался за все это время. Черт, я, наверное, огненный здесь оставлю. Огня у меня просто куча. Да и меч громовержца, даже не знаю. Ядовитый зуб. Я это все здесь сложу, если... А, стоп, если что, я сюда потом уже не вернусь. Для тебя это будет перебором, для тебя... Нет, ты это можешь таскать. Ты это можешь таскать, и это... А для тебя это будет перебором, я понял. Зельки, кстати, надо будет обратно поскладывать все. Не пригодились. Я думал, будет страшнее немножко. Но файт, конечно, интересный. Все дела, но нет. Ладно, черт с ним, я огненный здесь выложу. Потому что я знаю, где мы можем достать огненный, если он вдруг нам понадобится. Да, нам это будет стоить золотого ключа. Я практически уверен, что нам не понадобится. Но если что, я знаю, где его, по крайней мере, достать. Давайте пособираем эти тонны травы, которые здесь лежат. Разбросаны пули разных калибров. А, еще не перевес. Эпичненько. В первой части такого и близко не было. Там были очень классные сражения, но такого не было, признаю. Чё за накидочка-то, балахончик? Кстати, ой, ладно, черт с ним, с этим зельем. Защита 5. Просто чешуйчатая накидка. Меня это даже не перевешивает. А тебя? И тебя это не перевешивает. Тогда пока у тебя положим. Тут у меня еще есть 1 килограмм ровно, который я могу таскать. Что ты мне хотел сказать? Тебя ввели заблуждение. Все отнюдь не на стыке четырех сторон. 6. Самое могущественное число. Понял. Нет, это я, конечно, да, но у меня есть 4 элемента и 3 камушка типа на новый элемент, но я не знаю на какой и где будет четвертый камушек. И что тут вообще происходит и где я? О, пустыня бесплодия. Теперь я понял. Сейчас я немножечко покадыкаю здесь еще, помотаюсь, посмотрю, что мы потеряли, что мы не потеряли. Стальные. Стальные сапоги. Но они мне не нужны просто, да? Да. То есть вещица неплохая, конечно, но нет. Еще одна зелька манны маленькая. Как на любой арене с боссом, тут везде по нычкам разбросаны кучи разных ништячков прикольных. Насчет уровня я потом, я не хочу сейчас стоять, заморачиваться, что прокачивать, потому что там нужно подумать, а нам уже серию пора заканчивать, она затягивается, каждая, блин, наша серия затягивается, но я не могу ничего с этим поделать, потому что чертовски интересно. Знаете, ребят, если уж на то пошло, если по чесноку, это огненный меч, да. Если уж на то пошло, если бы я играл в эту игру сам, без записи, я, наверное, выпал бы из реальности на пару недель, но сел бы и прошел ее просто запоем. Мне каждый раз очень интересно сюда возвращаться. Я очень жду того времени, когда я могу записать следующую серию, чтобы вернуться сюда и полазить по этому миру, посмотреть, что нам еще могут предложить. Так, меня ввели в заблуждение. Это одна морда сказала, вторая морда сказала, путь восхождения ведет через пятый храм. Понял тебя. Один говорит 5, другой говорит 6. Кто больше?
Да, я тупо мог. Блин, прикиньте, если бы я отсюда сбежал, не убив вот этого черта с камнем. Мне бы сюда пришлось бы через пирамиду возвращаться. Это ж чеканешься нафиг, столько проходить. Так, давайте тогда я еще вот к этому схожу. И будем потихонечку закругляться. Я не хочу вас уже просто оставлять эту территорию неизведанной. Кстати, сейчас в темноте гораздо больше стало видать именно порталов, кристаллов и всякого такого. Серьезно, у меня было на какой-то момент было стойкое убеждение того, что нам мумий постоянно подкидывают заново. Возможно, кстати, пока попрыгунчик был здесь, он нам и подкидывал новых мумиев. Но потом, когда мы его слили, удачно, кстати, получилось. Так, ну и тебя ввели в заблуждение. Хорошо. Ну что ж, ребятушки, давайте тогда всю эту карту мы оббегали, и я практически уверен, что тут не будет никаких секретов. Дальше пойдем уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.